СНТ «Кедр» начал активно застраиваться около 7 лет назад. На сегодня здесь более 130 домов. Еще совсем недавно на этом месте не было абсолютно ничего. Но благодаря усилиям местных жителей и городских властей появилась территория отдыха и развлечений. Буквально за пару недель здесь установили горки, тренажеры, качели и далее по списку. На обустройство детской площадки из городского бюджета выделили 400 тысяч рублей. В год выделяют 4 миллиона, но у меня, так как округ такой, знаете, половина это многоквартирные дома и половина это частный сектор. И основные проблемы это свет, дорога, вода. И большая часть наказов у нас уходит, конечно же, на освещение. Из наказов сделали МАФ, качели, вот эту песочницу, да, а все остальное это за счет жителей самого СНТ. Значит, вот этот МАФ нам пожертвовал наш житель. Вот этот маленький домик красивый тоже наш житель нам пожертвовал. Помимо этого, на собранные средства местных жителей закупили дополнительные тренажеры. Сейчас лишь осталось установить ограждение. Официальное открытие площадки состоится в День защиты детей. К этому празднику парламентарии подготовили несколько объектов. Среди них площадка на улице Тулаева, 150. Здесь установили воркаут-комплекс, качели для детей разных возрастов и песочный городок. Большой объем работы ушел на спортивную коробку. Сначала выровняли ландшафт, затем засыпали гравий, а после уложили резиновое покрытие. Осталось нанести разметку для игр в волейбол, футбол и баскетбол. В дальнейшем обновить ограждение. Ну вот мы за 4 года уже обновили около 8-9 детских площадок. Где-то мафы поставили, где-то обновили, где-то покрытие новое сделали, где-то вообще с нуля площадки поставили. Ну, в целом, жители, думаю, довольны. На нашу площадку со всего вот это Тулаева приходит, со всех домов, бабушки со своими внуками. В воскресенье очень много здесь детей. Даже вот приходят вот с пищевой, приходят, да много детей приходят. В этом году у нас 65 мероприятий, связанных как раз с детскими спортивными площадками. К 1 июня, к великому празднику Дню защиты детей, у нас на 10 кругах открывается примерно 26 мероприятий. Это 9 спортивных и 11 детских площадок, 1 памп-трек для велосипедистов и 2 воркаут-комплекса. Алтан Мункуева, Жаргал Арденеев, телекомпания АТВ.